Но сейчас предлагаю переместиться на другую окраину Ярославля. Со стороны Московской трассы планируется обновить важный символ областного центра. Речь о въездном знаке. Нынешний, открытый около 40 лет назад, значительно износился и далек от изначальной версии. Новый проект был сегодня представлен на градостроительном совете Ярославля. То, что сейчас представляет собой въездная стела, безусловно, это технически и конструктивно устаревшая конструкция, безусловно, требующая либо ремонта, либо замены. Что касается нового проекта, в первую очередь, мне не кажется, что все въездные знаки со всех пяти сторон должны быть одинаковыми. Мне кажется, что каждый въезд заслуживает своего решения. Это и продиктовано, в первую очередь, пространством, которое вокруг знака. Это дорога, это ее значимость. Да и, собственно говоря, дать возможность здешним местным архитекторам или дизайнерам, или скульпторам проявить себя в таком знаковом объекте – это первый шаг к сохранению человеческого капитала.